самочувствие хорошее. Прилетели, да, рано утром. Но у нас был чартер, поэтому удалось немного поспать в самолете. Мы прилетели, с утра позавтракали, еще немного поспали, отдохнули и с замечательным настроением приехали на тренировку. В основном была тактика и просто побросали. Вот, поэтому настроение отличное, готовимся и будем готовы на победу. Главное, что у них очень много хороших исполнителей, и они от любого может сходить угроза, как от большого, так и от маленького, потому что все-таки там все сейчас собрались, несмотря на игры, которые были вот по ходу сезона, был посещенный состав, сейчас все-таки подъехали все игроки, и, как я сказал, угроза может сходить от каждого, и все-таки там это такие профессионалы и игроки высокого уровня, кстати, высочайшего в Европе. Очень рад, что именно играем в городе, в котором играю я и болельщики. Я знаю, что они помогут нам своей энергией, нас поддерживать, и постараемся победить Францию. Вперед!